Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды. Лига мастеров, 2 звезды, отлично. Так, здесь открыть колоду, вперед из песней. Давай быстренько откроем, посмотрим, что нам здесь выпадет. Паукус или Хан? Хан, окей. Ладно, годится. Так, дальше нам нужно пройти серию испытаний. Быстренько пробежимся по ней. Какой тут короткий путь у нас. А какой не возьми, все равно придется, да, через всю эту волокиту пробегать. Ладно, сейчас быстренько их проучим. Потом пойдем найдем что-нибудь нам нашего паукуса. Кто-то мне писал: Рэй, как прокачаешь паукуса, качай кого-то там еще. Друзья мои, нам на самом деле еще на лет 10 хватит прокачки, мне так кажется. Сколько мы играем в эту игру? 3 года, да? Ну слушай, за 3 года, если по чесноку, да, вот как мы играем с тобой, без всяких там взломов или еще что-то. Колоссальные успехи, на самом деле. Я думаю, что мало ли кто начинал игру с нуля, без взломов, без всяких там читов, модов, добился вот таких результатов. Хотя не могу утверждать, потому что я не любитель, ребят, смотреть, кто как где играет. Это вы там больше всего лазите и смотрите и сравниваете. Но мне кажется, ну не знаю, ребят, для меня 3 года это нормальный результат по этой игре. Так, ну что, давай мы заберем с тобой награды. И дальше нам нужно что сделать? Сразиться. Так, значит, берем с тобой паукуса. Я его все-таки докачаю, рано или поздно. И нам нужно с тобой найти, как раз не хватает, получается, 6 кружек. Поехали. Одна есть. Так, одну кружку мы нашли. Вторая. Нужно еще 4. Третья. Четвертая. Пятая. И последнюю, пожалуйста. Будьте так добры. Нет, не хотят. Есть. Бинго. Ну что, прокачиваем скилл, друзья мои, зубастый, до 6-й ступени. Красиво? Я думаю, что да. Так, и у нас с тобой тьфу. Такое название, тьфу. Смотри, у нас все есть, нам не хватает только с тобой вот этих вот 8 пультов. Пульты, насколько я помню, очень легко ищутся, так что давай попробуем прямо вот сейчас их найти. 1 уже нашли, нужно еще 7. Да ладно, вы серьезно что ли? Вы начинаете издеваться надо мной? Так, 2 пульта есть, я просто смотрю на пиццу. 3. 4. Как она у нас быстро тает, прямо на глазах. 5. Я боюсь, не хватит у нас, ребят. Не хватит пиццы, чтобы нам завершить. Ладно, посмотрим, что у нас в конце серии будет. Если что, попробуем потратить все абсолютно, да, и найти оставшиеся. Так, поднять уровень персонажа у меня не получится прокачать Майки, к сожалению. Потому что на него нужно 30 тысяч ДНК, а у нас там... Да. Чуть-чуть не хватает до 7 тысяч. Ну давай попробуем, может быть, Бибопчика. Да. Все, 51 уровень Бибоп получает. Мы с тобой забираем здесь награды и переходим с тобой на арену. Да, я тоже согласен, что мы с тобой очень хорошо идем. Даже круто. Несмотря на то, что сегодня среда. Ну, естественно, видосик, ребята, опять же будет выложен уже в четверг. А сегодня точно среда? Что-то я совсем уже... Да, сегодня среда, ребята, а видосик выйдет тогда в четверг. Потому что я снимаю перед работой, я не успею в любом случае его снять и сразу же выложить. Так, ну что, берем Леонардо... Тихо ты, берем Леонардо... Ага, здесь не получится у нас без участия прикрытия. Потому что противник, ну, действительно уже мощный, 67-68 уровень. Тут и Шреддер-то не всегда может затащить катку. А уж Леонардо... Насчет Ваньки не уверен, но посмотрим. Слушай, ну прекрасно. Я, честно говоря, недооценил немножко нашу команду. А точнее, Леонардо вместе с Ванькой. А они все, как видишь, справились на 100%. Идеально, можно сказать. Ладно, мы тогда с тобой продвигаемся. Хотелось бы сегодня мне попасть, на самом деле, в Лигу Мастеров 3 звезды. Чтобы уже к середине недели, да? А он уже практически у нас... Так и получается, мы просто с тобой проходили всякие события, не обращая внимания уже на это все.
чтобы лишний раз аренка нас не отвлекала, скажем так. Ну что, Шреддер плюс Донателло. Раз, два, три. Ну, по три отыгрывать это, конечно, слабо. Но Шреддер один не справится. То есть у меня нет выбора. Не остается, как вот брать именно вдвоем. То есть основного дамагера — это же супер Шреддер. И, конечно же, прикрытие. Прикрытие может любое быть. Главное, чтобы он был выше 70 уровня. А в нашем случае лучше, конечно, 80-го, потому что противники почти 70-х уровней. Так, ну что, мы с тобой переползаем на какую? На 59-ю позицию. Это нормально. Кстати, нам надо было посмотреть, сколько мы с тобой заработали уже монет. И хватит ли нам, чтобы купить еще 3 ДНК на Шинигами. Раз, два, три. И вот сегодня я не знаю, ребята, что делать. Или нам проходить все-таки уже мутантов, да, животных. Или все-таки фармить опять же Рафаэля. Я, конечно, понимаю, если мы с тобой Рафаэля найдем, то уже, как говорится, отвяжемся раз и навсегда от этого события. Даже в плане того, что проходить там уже его не придется, так как все черепашки у нас будут прокачанные. Но, с другой стороны, животные-мутанты нам тоже нужны. Причем очень много. И причем они все нам нужны. Так, 42-я позиция, да, значит? Ну давай, 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 быстрее там ищи. 16-22. Я возьму эту команду. Откатов, слава богу, у нас с тобой хватает. 29 штук пока. Я думаю, что на полное прохождение, конечно, не хватит арены. Ну, львиную долю мы с тобой точно пройдем. И надо все-таки посмотреть жетоны. Монеты, точнее. Кстати, и жетоны тоже нужно будет забрать в событии. Ты видел, да? Они там доступны. Соточка жетонов никому не помешает. Тем более мне. Так, ну что, давай посмотрим тогда, действительно, сколько у нас монет на счету. Если соточку мы с тобой набрали, хотя я сомневаюсь. 95, ребята, все. Тут уже не надо никуда ходить. 95 я уже увидел. Так что нет смысла переходить в магазин и в надежде там покупать шинигами. Придется еще один денек подождать. Ну, денек подождать — это ерунда, согласись. Так, опять же берем Супер Шреддера. Опять же я возьму Леонардо. Не знаю, мне кажется, что это самая быстрая команда по уничтожению наших противников. То есть и Шреддер делает быстро свои шипы, да, и Леонардо делает свою вертушку быстро. Ну, по крайней мере, он делает быстрее, чем это Усаги делает. Усаги пока разбежится, там что-то шваркнет, мямкнет, этот подкинул, фью, и все. Тем более у Леонардо вот эта вот вертушка, она прокачана до 7 ступени. Это единственный персонаж, у которого массовая атака прокачана по фулке. Так, ну что, вот и 7-я позиция, то есть в плане хорош. Ни с того ни с сего у нас обрыв связи произошел. Так, ладно, продолжаем. Не будем раскисать. Так, 17-23, в принципе, меня вполне устраивает. Давай, Лео, иди сюда. Шреддер, тоже сюда иди. Где у нас там бойцы? Слэш, Рокстеди, Кожеголовый и все. Я забыл, что у нас 3 бойца можно брать в добор, а не 4. Так, ну что, начинаем. Шреддер, опять же, шипы. Ну и Леонардо, опять же, вертушка. На равных, ребята, даже и не говорите. Играть я не буду. Вы прекрасно видели, какие результаты в поединках в этих. И как бы на самом деле сейчас не до этого. Сейчас нужно бежать сломя голову, потому что время поджимает. Арбайтен, да, ребята, Арбайтен. Так, ну что, обновим. Да что ты будешь делать? Давай 16-23 или там сколько, 17-23, не хочет, да? Не хочет жук. Ладно. Раз, два, три. Поехали. Хотел еще, конечно, успеть поиграть Драконы, всадники, Олуха, ребят, но уже не успеваю. Сейчас буквально отыграю, поставлю на рендеринг и все, и побежал на работу. Завтра уже выложить остается только. Но зато завтра уже выходной. Так, Рокстеди, давай-ка мы тебя. Оп, да ладно. Эх,
Какие же вы немощные. 55 уровень не может бомбануть. Да, какого там 68 уровня пробить. Даже урона нанести минимального. Просто в промах все. Так, ну что, ребят, поздравляю нас с Лигой Мастеров 2 звезды. Нам нужно сегодня дойти до 3 звездочек, как я уже говорил ранее. Так, Леонардо. И здесь у нас вот так вот. Блин, ну мы долго будем с тобой вот по 3 персонажа брать, отыгрывать эти, всю команду. Очень долго. Уже хочется, знаешь, иметь такую массовую атаку, чтобы просто ее одну сделать, и враг сразу падал. Но такого у нас бойца нету. И вряд ли такой появится. Ну, чтобы он один справлялся уже вот на таких высоких уровнях. Хотя, если, например, Шреддеру прокачать его суператаку по фулке, то есть на 7-ю ступень, возможно, ребята, он будет все-таки убивать уже противников наших с одной заходки. То есть один, без всякой помощи. Но это, опять же, мое догадывание. Я не знаю, ребят, как оно на самом деле будет, потому что скилл этот ему не прокачать. Не хватает нужных нам элементов. Так, наверное, мы сегодня все-таки попробуем Рафаэля доискать. Ну, ты понял, да? Найти. А уже завтра у нас пятница. Нам аренка не нужна здесь, да? Или нужна? Я не помню, что у нас. Тихо ты. А что-то я не понял, как мы с тобой не добили-то его? Что-то я опять отвлекся. Я манал. Блин, Лео, ты, конечно, молодец. Выстоял, красавчик, против его суператаки. Так, ну что, у нас 61-я позиция. Так, не хочу я эту команду брать. Давай вот эту вот. Раз, два. Раз, два, три. Окей, погнали. Быстренько с тобой сейчас разнесем. Так, у нас тут аж 3 Леонардо, прикинь. Ролевой, Космос и наш обычный Лео. Вот так вот. И дохленький Бибоп. Кто-то мне, кстати, говорил, там писал в комментариях, что это один из самых сильных Бибопчиков из мультсериала. Не знаю, ребята, я не уверен. Чем он, интересно, самый сильный? Тем, что он мог летать на реактивном своем двигателе там по воздуху? Или то, что он мог становиться невидимым? В чем у него преимущество, объяснить? Почему он считается одним из сильных? Я не знаю, ребят. Это слова не мои, это вот подписчики говорят так. Ну, по мне, так он здесь вот в игре, он чуть ли не один из самых слабых персонажей. Хотя ударчик у него будет здоров. Вот этот вот выстрел из пояса, да? И что у него? И двойной удар тоже, в принципе, неплохо. А, еще лазер у него есть. Ну да, нормально, в принципе. Но зато нет ни одной массовой атаки. Так что уже теряет, да, преимущество перед кем-либо. Ну что, 35-я позиция. Я тебе скажу, что еще, наверное, 2 поединка, и мы с тобой уже будем в Лиге Мастеров 3 звезды. Откаты у нас стоят просто на глазах. А команда бойцов до сих пор еще остается, ну, практически нетронутой. Там нам хватит еще до посинения. Там даже хватит топовое место взять, лишь бы были откаты. Так. И вертушкой добиваем. Бинго. Так, и двигаемся дальше. Хан там у нас видел, как этот судья, как Цезарь, пальчик вверх помиловать, пальчик вниз уничтожить. Так, давай 15-ю позицию. 16-ю, отлично. Кто-то писал в комментариях: Рэй, ты будешь играть в игры на PlayStation 4? Дальше продолжать. Ребят, конечно, буду. Как выходят какие-то игры, новинки, я вот надеюсь, Рагнарок скоро выйдет, God of War, сразу же начнем проходить. Ну, или еще какая-нибудь там новиночка. Потому что Соньку пятую я так и не приобрел. Ее невозможно купить по той цене, которая заявлена. А у перекупов, ты знаешь, я брать не собираюсь.
по 80-70 тысяч. Она того не стоит, я перебьюсь. Вот, на Nintendo Switch в этом году, ребята, выходит очень много игр. Очень даже прикольных. Ну, она у меня тоже не куплена, вот я думаю, может быть, ее приобрести. Ребят, напишите в комментариях, стоит ли вообще брать Nintendo Switch? И стоит ли она того? Я знаю, что очень дорого стоят игры на нее. Ну, можно ее, конечно, взламывать. Я не очень, конечно, к этому хорошо отношусь, если честно. Я не любитель взломок всяких там. Единственная консоль, которую я взломал, это PSP-шку, но это было, извини меня, давным-давно. Так что... Так, мы с тобой в Лиге Мастеров уже. Так что пиши, что ты об этом сам думаешь. Так куда я уже пошел-то, ё-моё, ты что-то разговорился, позабылся, уже не туда лечу. Давай, поехали. Ранг у нас 99-й, то есть, возможно, возможно, ребята, сейчас свершится то, ради чего мы с тобой проходим арену. Возьмем топчик. Ну, это не стопроцентная, конечно, гарантия. Но шанс такой есть. То, что у нас откатов мало, это фигня, потому что бакинский есть, мы можем с тобой потратить. Но, наверное, не стоит, да? Лучше завтра продолжить и пройти уже, как говорится, своими силами. Откатов у меня нет, я уже рекламу посмотрел, так что за рекламу мы с тобой ничего уже не получим. То есть все, что у меня было, это все было уже заработано. Так, с 99-й позиции мы куда перемещаемся? На 80-ю? Ну, почти. То есть, грубо говоря, ну, слушай, прилично ли идем? Вообще прилично. Так, а я сейчас хочу кое-что сделать. Я не буду, ребята, брать кого-либо. Вот такой вот командой просто пойдем. Можно было бы даже и Шреддера не брать, на самом деле. Справились бы своими силами. Так, Майки, я не буду здесь никакое уклонение ставить, оно просто здесь не нужно. Давай, Усаги, наяривай вертушку. И кто-то там тоже пишет в комментариях, почему не выходят видосики на втором или на третьем канале. Ребят, ну, когда я работаю, я могу только успевать, и то не всегда, снимать видосики, опять же, по-быренькому, на свой вот этот основной канал. Теми каналами мы занимаемся, когда в отпуске. Ой, в отпуске. Когда на выходных. Когда у меня много времени, я могу, естественно, снимать что-то здесь и что-то туда. А во время рабочих смен, ребят, конечно же, у меня только лишь вот основной канал есть. И я выкладываю. Или же, если у меня получается какие-то игры не успеть выложить, как это Данил. Я не знаю, как он это умудряется видеть. Как он видит те игры, которые у меня лежат, уже выложенные на канал, но, как говорится, не для всеобщего обозрения, а он уже это видит. И он все время пишет: «Рэй, почему ты не выкладываешь там такие-то игры?» Ну, потому что, может быть, я, например, ночью их, да, закинул туда, а утром я еще не успел выложить, и они лежат. А он уже это видит все. Да-да, Данил, это именно к тебе обращение. Хитрый ты жук. Так что, ребята, и... А вот только в этом случае я могу, например, в будни выложить что-то. Ну, именно в те дни, когда я работаю, да? Других вариантов просто пока нету. Bayonetta, кстати, третья часть выходит скоро, вы в курсе, нет? Опять же, на Nintendo Switch. Так что надо будет, наверное, приобрести ее. Я, правда, хотел взять новую версию, OLED-овскую. Но она... Раньше у нее была заявлена цена 36 тысяч. А сейчас я смотрю по перекупе... 50 тысяч, куда, думаю, вы что, совсем, что ли, брякнулись? 50 кусков, как Sony PlayStation 5 ценник. Нет, так дело не пойдет. Надо знать, ребята, цену всему. Если у кого-то там руки чешутся нагреться на обывательской, как говорится, махинации, то уж нет, я в этот состав не вхожу. Я лучше лишний раз потерплю, я могу даже потерпеть год-два, но зато потом оторваться по полной программе, потому что эти все игры, во-первых, будут, возможно, даже и цена у них упадет, и просто их поиграть. У меня нет такой, знаешь, перспективы поиграть это первым. Нет, у меня есть перспектива поиграть это вообще для себя, для души. Поиграть и насладиться определенной игрой. Хотя в моем случае лучше бы, конечно, было бы там снимать игры на обозрение. То есть как это, из первых уст, первый взгляд...
первый, но таких первых, знаешь, сколько? Миллионы у нас в мире. И все хотят первыми показать свой контент. Поэтому я такой, знаешь, не особо активный в этом плане. Играю то, что мне нравится, и когда мне нравится, и когда есть такая возможность. Так что вот такие вот, ребята, дела. Так, ну что, остается совсем маленькое, мы с тобой уже, в принципе, будем на топовом месте. Чуть-чуть потерпеть. Я не знаю, правда, хватит ли у нас. Ну, бойцов, наверное, хватит. Откаты, если что, мы сейчас с тобой купим. У нас как раз в ноль. И какая позиция? Все, ребята, ничего не надо брать. Я нас поздравляю, сегодня среда. Да, ребят, среда. И мы уже с тобой на первом месте. Давно мы так с тобой не бустили. Это, конечно, я даже сам в шоке. Ну что, давай попробуем вытянуть Рафаэля. Не знаю, получится или нет. Рискнем. Так, осколки. Видеомагнитофон. Маяки. Вот что хочет, дает, но не то, что нужно, ребят, да? Рафаэль есть. Так, теперь здесь. В тот раз мы с тобой здесь вытянуть не умудрились. Так, я не удивлюсь, если сейчас выпадет вот этот Рафаэль фильм. Нет. Так, еще две попытки, последние, ребята. И последняя. Слушай-ка, ну, 4 рафика мы достали с тобой, 4 ДНК на Рафаэля. Я считаю, что это круто. Завтра, друзья мои, у нас открывается. Подожди-ка, завтра у нас что, четверг? А, у нас в пятницу. То есть мы еще успеем с тобой пройти борцы с преступностью, пофармить чуть-чуть. И в пятницу уже у нас будет черепашья буря, где у нас там будет фарм денег и тому подобное. Так, а если посмотреть ярость Рафа в магазине, сколько нам еще нужно с тобой? Так, ДНК, посмотрим. Так, ну здесь 6 ДНК нужно. Ребята, еще 2 ДНК, просто 2 ДНК найти, наверное, завтра все-таки, блин. Ну, мы хотели с тобой пройти, я не знаю, вдруг нам фартанет, а? И мы все, ребята, мы сразу, как говорится, отписываемся от этого, как он называется... От ярости Рафа, вот от этого события. И полностью, если у нас вот так вот в следующий раз выпадет, полностью наши силы будут сконцентрированы именно на борцах с преступностью. Ты понимаешь, да? Ну что, быстренько, наверное, здесь пройдем. Жетоны получим. Жетоны, ну, сам понимаешь, они нам нужны. За жетоны у нас покупаются редкие ДНК. Все это сделаем пока на автобое. Да, можно даже, наверное, все события пройти на автобое. Тут занимает буквально секунды. Общее прохождение вот этого всего события, я так понимаю, наверное, от 3 до 5 минут. Не более. Но зато какой плюс идет именно в плане жетонов. Большой. Там 100... Мы как-то с тобой подсчитывали сколько. Вот смотри, сейчас 40, да? Было, уже получили 40. Плюс сейчас, по-моему, 60 или сколько? 50? 50, по-моему, да? Сейчас нам покажут. Ну, чтобы уже посчитать было попроще нам. Смотри, 60, 40 и 60. Это уже соточка, 100 жетонов. Дальше, 80, насколько я помню, сейчас идет, да? Это уже будет 180 жетонов. И в конце, по-моему, 100. 280 жетонов, это получается в общей сумме. То есть я считаю, что это достойно, ребят, то, чтобы пройти это событие. Тем более оно отнимает не так уж много времени, но при расчете, что у тебя есть, ну, хотя бы парочка прокачанных бойцов. Так, ну что, вот, ребята, 180, да? И последние 100, да? 280 жетонов ты получаешь в общей сложности. Давай округлим, 300. То есть неплохой такой, да, бонус идет за каких-то там 4 события. 180 просто жетонов. Ой, 280. Тут даже не имеет значения, ребят. Возможно, кто-то упадет. Тут это, как говорится, звезды не, здесь не решает ничего. Здесь решает именно победа.
Так, что-то он, смотри-ка, что-то он приборзел, я смотрю, вообще, это змейковью. Ага, мы ему тоже меткость понизили. Давай, Армагон. Готов. Вот и все. Вот мы его и распетрушили. Итого у нас с тобой становится сколько? Сейчас посмотрим. 545. Но, по-моему, не хватит, да? Сейчас я гляну, конечно. Хотя 545, ребят, мы... Давай возьмем бибоп. Как он там называется у нас? Пасхальный бибопчик, да? Завтра мы с тобой возьмем еще 3 ДНК на Шинигами, и будет уже 90... Сколько? 97. 97 ДНК, то есть надо будет еще 3. И все. И Шинигами у нас тоже прокачается до фулл звезд. Так, ну что, у нас пицца осталась 26. Мы хотели с тобой найти недостающие элементы именно на паукуса. Навыки. Так, 3 пульта, да? Раз, два, три. Ну вот, ребята, и прокачиваем ему до 4-й ступени. Тьфу. Тьфу. Так, я не знаю, ребят, наверное, мы не будем с вами тратить сейчас наш мутаген, потому что на следующую серию нам все равно, наверное, придется немножко поиграть в варенье. И 30 тысяч наберем, сам знаешь, да? 30 тысяч набираем и сможем тогда прокачать нашего Майки на 99 уровень. Как-то так. Ну что, друзья мои, а на этом я закругляюсь. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!